Так, ребята, вот сюда вот можно поехать от отеля. Значит, 45 долларов. Это нас завозят сюда, 2 часа ехать. Тут есть 3 локации. Значит, город живых. Вход 15 долларов отдельно. Если вдруг мы берем самую дешевую путевку за 45 долларов. Потом еще куда-то там 10 долларов, еще куда-то 10 долларов. И сюда город мертвых тоже там что-то 10 долларов. И получается, в общем, там больше 100. Если мы берем, все включено, 75 долларов от отеля, но это уже будет все это царица, которая правила Египта 45 лет. 30 из них никто не заметил, что она женщина. Она просто ходила в одежде мужика, длинный брата. Вообще больная история. Это не только важно для Египта, для евреев, христиан, мусульман. Эта история очень важна. Вас записывать? Если вы посмотрели фильм «Возвращение мумия», все фильмы снимали в город мертвых там. Поэтому как раз экскурсия, это один вариант сейчас не батрея, это Луксор. И можешь по интернету, друзья, которые были здесь, спрашивать. Это у нас как раз поездка. Хорошо. У нас тоже есть на квадроциклах, если вы хотите покататься. Вас можно записать, да? Как вы рассказываете? Конечно. А, отлично. Вот, у нас на квадроциклах тоже интересно. Вы знаете, красиво закат это через пустыню. Мы вам посоветуем программу, стоимость человека 20 лет было. Вас заберут отсюда в 14.00, возвращаться обратно в после заката. Мы приехали отсюда. 2 часа дорога ехать открытая в пустыню, где хорошая дорога, веселая, где большие горы, где там чистая. Долго ехать? Недолго. Только ехать в одну сторону 30 минут. Мы собрались, наша парковка, там будет вам экзамен, как тест. Там вокруг раз, два, три, что мы выбираем. Кто на быстрая грубо, кто на среднем грубо, кто на медленно грубо. За вот это отдельно платить нужно будет, когда на квадроциклы садиться? Нет, это везде заплатите. 25 долларов, что там будет включено, который сейчас... На каждого отдельная? На каждой своей квадроциклах. У кого имеет хорошо очень, не оставит на быстрая грубо, кто не очень, средняя, кто вообще медленно, или вообще есть. У нас человек, который не имеет за руль, не посадит вместе мастер, чтобы не была проблема. Так, 25 долларов это с поездкой туда и обратно? Да, это вы будете 2 часа чисто катание квадроцикла, потом вы сидите покататься верблюда и посмотрите закаты солнца вернуться обратно. Еще верблюды платные? Нет, все у вас включено. Скорость, которую вам расскажете, все включено. 1 доллар на расход с собой вообще не нужен. Так. У нас ради моря. У вас здесь море холодно, потому что как раз вы знаете, солнце растет в сторону моря. Сейчас зима, мало времени. У нас солнце сидит 17-17. Когда она уже близко к отелям, уже сидели, ничего не успела отгроить воду. Тем более у вас здесь берега нет риви и кораль рыбки. Риви и кораль рыбки отгроют воду, они работают как обгреватель. Всегда столько много денег платили ради моря, поэтому я вам посоветую, поедете открытое море. Открытое море, вы поехали, у вас есть... 4 варианта. Есть вариант плюс стоимость 30 долларов человек, есть вариант плюс стоимость 42 доллара, есть вариант плюс стоимость 50 долларов, есть вариант плюс стоимость 60 долларов. 30 долларов это самый обычный. То есть мы я вам посоветую 30 долларов, если не было такой воды. Потому что 30 долларов мы будем сидеть на яхте. А если был ветер, там море все равно теплое будет. Потому что мы будем поплавать рядом риви кораль и где 24-25 градусов температура будет. Но просто если будет ветер, яхта будет укачивать, как раз будет вам плохо. Потушнее, вы смогли ничего не будет. Поэтому 30 долларов не сильно посоветится. Мы вам посоветуем, либо который по 42, или либо который по 50. И лучше, конечно, который по 50. Потому что по 50 это который у вас будет отсюда ехать до наших яхтов. Отель называется Sunrise Garden, настоящий 5 звезды. Ехать 20 минут. В такой отель там есть 3 яхта, именно наш вид. Трехэтажный. Первый этаж это закрытая комната с кроватью. Второй этаж это большой салон с кондиционером, интернет, телевизор, удобные места. И третий этаж это место для загар, для расслабления. На такой яхте будет только собираться 17 человек. Именно в Украине. Яхта хватит для 70 человек. Там будет на яхте 5 структура. Взрослых, дети не имеют плавать, они будут вам дадут маску, ласты, трубку, жилетик и будут вам помогать все показывать. На такой яхте едем по морю 10 минут, потом остановимся близко к такой остров. Это остров называется Миами. Это как типа отдыхали в Америке. Мы близко остров остановить, нам берет такая маленькая лодка. Эта лодка вас отвезет остров только 2 минуты. Вы там сидите на острове приблизительно 3 часа. Такое входа мелечки водой, там солнце сильно, она обгравила воду, там воду вообще 27-26 градусов. И как такие домики, метрасы, зонтки, ложики,
Там за что тоже входа мельчики строили, такой, если вы любите. А времени? Мы выезжаем во сколько и приезжаем? 8.30 отсюда. Ага. Вот такой там красивый. 8.30 отсюда возвращаться обратно в 17. Если 50 долларов, то это там включено и маски, и все на свете. Все у вас будет включено. Не только остров, мы сидели на остров приблизительно 3 часа, потом маленькая лодка вас возит на большой яхту, уже подготовили вам обед, шведский стол, намного лучше здесь 100 раз. Отелем, там рыбки, курица. И все за 50. То есть мы уезжаем, деньги с собой брать вообще не надо. Все, там будет макарон, будет рис, салат. На ветке с самого начала до конца все включено, кроме алкоголя. Вы пьете с собой свои, возьмите пластик, безопасность не заставить. То есть можно брать с собой? Можно, конечно, только пластик. Понятно. Брали в стекло, просто не показывали, что вы... В общем, перелить пластиковую бутылку. Они не проверяют, но просто если смотрели, они вот вам нет, и будет как раз запрещено. Просто взяли пластик, оставили, кто вам ничего не дает. Все, понятно. После обеда у нас будет очень интересно, две остановки открыто в море. Каждая остановка будет 2 часа. Это дом черепаха и бог тем на бельон. А их вообще можно, этих черепах будет увидеть там, да? 100% увидите все. Там будет и мурина, из 3 метров до 15 метров. Вот черепаха, бывает дельфина, бывает рыба бабугай или фойерфиш. Такая рыба на бельон 250 кг. Вообще тоже инструктор сам погружает, покормит рыба, делит вам интересно, что вам вообще будет. Будьте счастливы. Вы поехали, вообще у вас будет один день, не забывайте счастливы. Или поехали на дайвинг. Дайвинг тоже очень-очень интересно. С одного приехали муж, жена, можно под воду поцеловаться, обниматься, видео, камера, да, вот вообще. Спускаетесь, да, коленки вообще. Опускают, и вы там фоткаете. И вообще безопасность, даже дети в 9 лет могут погружать. Ну, понятно. Не имеет значения. Сколько метров? 8.10. 2 погружения, каждое погружение 25 минут на 8 метров. И 10 метров вас заберут 8.30, возвращаться обратно в учитель в 16.00. Обед на ветке тоже включили. Это сколько? Это будет 45 долларов человек, который будет погружать, который не хочет погружать, будет 30 долларов. Ну, кроме погружения, вот и кроме такого... Кроме погружения, еду, набитки, главная маска у нас там, не ну, дай, просто вверху, прыгается яхта, загорайте, потому что как раз 50 минут... Это всего. Как называется? Это дайвинг. Дайвинг. Просто дайвинг, да? Нет, я имею в виду, допустим, же эти туры как-то они называются. Вот написано дайвинг. Остальные как батискаф, это детский вариант, это не для взрослых. Аквариум, как спрашивали тоже. Детские тоже не. А почему в аквариум не? Посмотрите, они если возможно, с тобой едем открытое море с маском, особо настоящим, видите, намного лучше. Потому что вы поехали в аквариум, посмотрите рыба, которая находится в Красном море. И вот красный открыто, вот поехали, без опасности тоже можно посмотреть. Ну хорошо, но если в аквариум, я все-таки хочу... В аквариум 35 долларов будет стоить. Есть зоопарк и все рыбы, которые находятся в Красном море. Угу. Ну честно, если была детей, я вам посоветую. Потому что 35 долларов без ничего. Просто 3 часа всего, без питания, без напитки. То есть 3... Посмотрели, вернулись обратно. У нас есть экскурсия целый день по 30 долларов. На яхта, и питание, и напитки, и море намного лучше аквариум. Поэтому мы не сильно посоветуем аквариум. Если у вас было дети 4... Летним годиком, 5, 6, я вам посоветую туда. Ну хорошо, а этот аквариум далеко отсюда? Ехать только 25. 25 минут. Я честно, вот экскурсия, которая подходит для вас, я вам посоветую. У нас много экскурсий организовали. Ну, просто я, например, глубоко погода, не нырну и ничего не увижу. Не для всей Бальдеска. У вас сейчас как раз первый очередь, который не обязательно потеряете, это город Луксор. Город Луксор обязательно поедет, потому что мы не знаем, когда коронавирус заканчивается. Скоро будет и вербийский, русские даже говорили, после апреля будет открыться. Когда будет такие много туристов, и коронавирус, и поехали туда, вы никогда не поедете. Я знаю, что вы здесь нравится, будет еще, но когда вы едете еще раз, и будет желание... Это там, где город мертвый, город... Да, вы не поедете. Понятно. И сейчас, как вам говорю, автобус только 25 человек. И цена вообще сейчас со скидкой. У нас такой программ, который вам посоветится, 75 долларов, когда до коронавируса не продавали человека 90. Понятно. И когда покупаете, мне вам дадут 7 карт тоже бесплатно. Когда вы покупаете, мне вам дадут Vodafone 7 бесплатно, 3 гигабайта на каждый человек одна семка. Это у вас и море, вот как раз. Можно дайвинг или можно чисто устроить. Понятно. Остальные, которые по 30, по 42 и так далее, тоже не очень. Даже у нас есть одна поездка по 60 долларов, мне вам надо советовать, потому что будет сейчас такой погода тяжелый. Я вам посоветую, который средний, который будет вам нравиться. Чтобы приехали довольным, я благодарен. Так, теперь... еще один вопрос. Говорят, что тут эти ежи морские, можно наступить и, в общем, потом температура и все остальное.
Такое есть? Да. Здесь берега. Ну, где мама отдыхала? Я не знаю. Шерм-эль-Шейх. Шерм-эль-Шейх. Шерм-эль-Шейх, посмотрите. У нас там жил резидентом старый Египта Мубарак, который правил больше 30 лет. Это было свой дом. Нет, он, там... Он там не разрешил, я тебе скажу. Ага. Там Бабастев, любой отель Шерм-эль-Шейх, сразу в близком отеле такие рили, коралл, ну вот, да. Они обгроют воду. Поэтому там намного теплее воды отелем, когда берегут. Угу. Здесь вообще нету контроля. Угу. Не было контроля. Строили много отелей, много дома, люди бывают много на берег, трубили, сломались, вот, пугали рыбы. Поэтому стало пусто. Поэтому вы здесь плаваете вообще очень холодно. Когда поехали, вот открытое море, где вам посоветовать, вообще там очень холодно. Нет, я имею в виду, что тут нету опасности наступить на что-то и... Нету опасности. Мы будем, если ехать в открытое море, то надо будет эти там пулеты. Посмотри, самое главное, после заката не будет. Давай, там не, давай. Информация.